दन्ते निधाय तिनकं पदयोर्निपत्य काकुशात एतदहं बभ्रमि हे साधवो सकलमेव विहाय चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что те обусловленные души, они всегда хотят как-то увильнуть от настоящего Харикиртана и настоящих Харикатхи. Они хотят освободиться от садусанги, от Харикатхи. Это их главная болезнь. Но знайте наверняка, что лекарство от болезни этого материального существования – это только Хари Санкиртан под руководством Гуру и Вайшнавов. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что те обусловленные души, они всегда хотят как-то увильнуть от Харикатхи, от Харикиртана, не хотят занять себя в этом. Но на самом деле это их главная болезнь. Они не хотят слушать об абсолютной истине. Но нет никакого пути, кроме Харикиртана и Харикатхи. Поскольку это и есть настоящее лекарство, без Харикатхи, без Харикиртана, мы не можем освободиться от этой материальной болезни. И когда вы приняли рождение, любая дживатма, родившаяся в этом материальном мире, ее болезнь автоматически, какая же болезнь? Это болезнь материального существования. Я говорил в Нилачалдаме несколько дней назад. Я говорил, что если наш ум всегда занят материальными мыслями, и в то же самое время вы показываете, делаете вид, что слушаете Харикатху, совершаете парикраму, но это бесполезно. Те, кто заняты размышлением о материальных благах, то их ум никогда не может соприкоснуться с той верховной, с тем трансцендентным миром. Но так или иначе, если они им выпадает удача обрести садусангу, то тогда вот согласно этой шлоке, лава значит это одна секунда, разделенная на 12, и этого времени достаточно, чтобы дать нам силу ускорения достичь того трансцендентного мира. Вы не можете представить, какую силу имеет садусанга. Это без, за пределами вашего осознания, понимания. Садусанга очень могущественная, и мы очень удачливы, что мы находимся здесь, в этой святой Навадвипа-дхаме, в наивысшем месте. Прабхудананда Сарасвати-пад. Прабхудананда Сарасвати-пад говорит, все Упанишады, Веды, Веданту, там везде описывается, что Навадвипа-дхама – это наивысшее, высочайшее место. Это больше, чем Вриндаван. Это Гупта Вриндаван, скрытый Вриндаван. Почему это больше, чем Вриндаван? Почему это больше, чем Вриндаван? Потому что здесь у нас есть некая большая возможность. Мы можем получить некий бонус, некое двойное благо, двойную милость. И,
И благодаря ей мы можем избавиться от влияния этого материального мира и достичь того трансцендентного мира Галоки. Это тоже Галока. Это тоже Галока на самом деле. И вчера я говорил, когда Сила Сачидананда Бхактивинода Тхакур, он скрылся из этого материального мира. Когда Сила Сачидананда Бхактивинода Тхакур, он ушел из этого материального мира в 1914 году, он дал наставление Бимала Прасад Сарасвати Шили Прабхупаде начать Дампарикраму Дамсеву. And to install Daiva Varnashram, I told you. И утвердить Дайва Варнашрама. Дама Сева, служение Даме, может совершаться разными образами, но будьте осторожны, если вы совершаете какие-то оскорбления в Даме, то вы не сможете получить должное благо от этого. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит очень подробно об этом. If you are doing business in Dham, если вы совершаетесь из Дамы, извлекаете какую-то прибыль, то, ну, имеется в виду материальную прибыль, какие-то деньги, то милости вы не сможете получить. Если вы занимаетесь бизнесом, ну, связанным с Дамом, можно сказать, то милости вы не получите. Если вы боретесь с Враджаваси, то тоже не сможете обрести милость. И Шрила Рагхунатха Дас Госвами, он снова и снова говорит об этом. Что вы не должны находить никаких недостатков у Враджаваси, у вас нет права. Но из этого вытекает вопрос, кто Враджаваси, какое же определение настоящих Враджаваси. Шрила Прабхупада, наша Гуру Варга, Шрила Кешава Госвами Махарадж, они все говорят о том, кто такие Враджаваси, что имеется в виду под этим словом. У нас есть возможность услышать об этом, кто такие Враджаваси настоящие. То есть те Враджаваси — это те, кто всегда плачет, всегда размышляют, они всегда думают о лотосных стопах Гора Хари, те, у кого всегда есть настроение служения, их естественная склонность к служению без причины. Как, например, если мы хотим служить одному вайшнаву, может, причина какая быть, состоящая за этим, но такая беспричинная бхакти — это не настоящая бхакти. Шрила Санатан Госвами Пад говорит, Бали Махарадж, хотя эти 12 махаджан, он один из тех 12 махаджан, но Санатан Госвами говорит, that Bali Maharaja's bhakti is not at all pure bhakti. Бхакти Бали Махараджа, она нечиста, совсем нечиста. All the credit. И все. All the credit should go to Prahlad Maharaj. То есть все должно идти к все от его преданности должно идти к Прахлад Махараджа. То есть все заслуги, его заслуги должны идти к Прахладу Махараджу из-за Прахлада Махараджа. Это все. Я говорил Саду Санге. То есть его дед Прахлад Махарадж, только из-за Прахлад Махараджа он развил это чувство того, что он должен полностью предаться Верховному Господу со всем своим имуществом и прочим. Сейчас я хочу обсудить нечто очень важное. То есть любые души, приходящие в Даму, они имеют возможность совершать парикраму. Это хорошо, но их парикрама, хотя они совершают парикраму, например. Например, кто-то приходит в Даму, не знает ничего о Шуддха Бхакти, они даже не приняли прибежище у лотосных стоп Садгуру, и в этом случае их парикрама может дать им какую-то сукрити. Вот название не расслышал. Бхактин мукхи сукрити. То есть есть два вида сукрити. Одно сукрити может дать нам богатство, наслаждение и прочее.
Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, из-за оскорблений, ну, относительно дамы, какие-то богатства могут к нам прийти. Ну, из этих, если мы возгордимся этими богатствами, то мы пойдем с пути. И вот невежество, оно стоит на четырех колоннах, это Джайва, Айшварья, Шрута, Шри. И среди них Айшварья, оно самое могущественное, то есть это богатство. И можно спросить, почему, поскольку вроде все одинаковое, но нет. Айшварья, то есть это богатство, то есть если вы просто родились в какой-то высокой семье, брахманской, то вы гордитесь этим. Какой-то ложный эго у вас из-за этого, может быть. Или вы очень красивые, то есть вы тоже гордитесь своей красотой. Или образование, вы можете быть очень образованы, вы можете гордиться своей образованностью. И вот и Айшварья, то есть богатство, можно гордиться своим богатством. И таким образом, если вы возгордили всем этим, ваш разум он будет затуманен. Почему? Поскольку ваш разум он не находится на той же линии, где ваше сердце, ваша душа, они все покрыты майей. Поскольку вы одурманены ложным эго, то есть вот это ложное эго из-за богатства, которое возникает из-за Айшварьи, из-за изобилия всего, оно самое такое тяжелое. Почему? Поскольку вы, если вы очень богаты, то все остальные, ну, все остальные пороки, они сами могут прийти к вам. Их не нужно звать. То есть если вы очень богаты, например, we have seen one leather man is there. Видели, вот, видели. He became minister. I don't like to name him. Один этот сапожник, он стал богатый, как-то его выбрали премьер-министром. Я не буду называть его имя, но так или иначе. Шрила Прабхупад приводит пример также с лягушкой. One daughter fall coming inside in front of mother. Mother, I said big, cage are there. How much we? This much? No. То есть maybe this much. Пришла какая-то лягушка к своей, ну, матери лягушки, и начала показывать, что увидела какого-то большое, ну, большое животное, и эта лягушка спрашивала, как большая, ну, вот, такая большая или еще больше, еще больше. В общем, эта лягушка раздулась, чтобы показать размер этого, ну, создания большого, и лопнула. So humbler than the blade of grass, I was discussing this point in Hilachal Dham. Я в Пури говорил о смирении. So you see, и вот смотрите, if our friends is there, если богатство у вас, then all other false ego, like, вы забили, то все остальные вот эти четыре недостатка. Because everybody like to hear what you say, they like to carry out his order. То есть все остальные недостатки не сами придут. То есть, если человек просто богат, а других вот этих четырех, а других вот этих четырех поводов для гордости у вас нет, то они автоматически приходят. И вот Нарада говорит относительно Налкувера, и то есть для сыновей Куверу он говорит, что для тех, кто возгордился своим богатством, для них очень благоприятно, если они станут очень и очень бедны. Если они станут очень бедны, то тогда их глаза смогут открыться, и так или иначе они могут, ну, заработать себе на жизнь каким-то простым трудом и увидеть, в каком положении на самом деле они находятся. Then it is осознать свои, ну, проблемы, и
это будет подобно лекарству для них. И вот Нарада говорит, это лекарство для них. И таким образом, с помощью этой бедности, они могут вылечить свое зрение. И вот this point very clear, you should understand clearly. И вот мы должны это понять, что те, кто не приняли прибежище лотосных стоп Садгуру, именно Садгуру, Садгуру, еще раз Садгуру. Если Асадгуру есть у нас какой-то, то это тоже проблема. Большая проблема, если он будет нас наставлять в чем-то, то согласно шастрам, вот в этой шлоке говорится. Нейрахитам, аннайна сринатия, то убхо, бражатаха, нейраям, каламакшаям. Who is giving lecture without baseless lecture? Дает нам совет, не основанный ни на каком-то знании. То есть мы не просто пришли сюда слушать лекции, а мы пришли узнать о том чувстве Шрилы Гурудева. So who is speaking on wrongly? То есть, если нам кто-то говорит что-то неправильно, то есть вот это слушает эти неправильные наставления, они все вместе отправляются в ад на неопределенное, на долгое время. Это очень опасно. Сегодня это очень для вас очень тяжело получить совершенное руководство. There is, you cannot find even a single person. Вы не можете найти никого, кто бы был достаточно нейтрален, беспристрастен, чтобы говорить беспристрастно об абсолютной истине. Если он как-то осквернен, то и вы, слушая его, не сможете ничего обрести. И поэтому не пытайтесь ходить туда и сюда. Я очень доволен, если кто-то говорит что-то плохое об меня, я просто смеюсь. Почему? Поскольку у меня будет больше времени совершать баджан и другое служение. I feel very happy. Я очень доволен, если кто-то говорит, но что-то плохое обо мне, у меня больше времени для себя появляется. И вот таким образом, смотрите, те, кто не принял прибежище у Садгуру, их парикама, результат этой парикамы будет бхакти унмукхи сукрити. То есть в будущем, когда они накупят достаточно сукрити, это даст им достаточно силы, чтобы достаточно удачи, чтобы встретить Садгуру и Саду. И вот Тулсидас в этом стихе говорит. Рам кипа бину сулаб на суи. You heard? Вы слышали эту шлоку, этот стих, слышали или нет? Бину сатсанга, without сатсанга, и без сатсанги, без совершенной сатсанги, вы не сможете пересечь этот материальный океан. But но это сатсанга, вы можете обрести ее by the kripa of по милости Рамы Кришны или Гауранги. Сатсанга не так проста. Бхагаватам такая сиддханта приводится. Что если мы накопили достаточно сукрити за свои миллионы прежних рождений, и только тогда у вас будет возможность встретиться с настоящим саду и обрести настоящую саду сангу. Я уже говорил об этом, что даже секунды, разделенные на 11 частей этого времени, достаточно, чтобы получить освобождение, но это должна быть настоящая сатсанга. Можно обрести все из этого, из этой садусанги. Что значит все? Сатсанга, сарвасатте кое, лабаматто садусанга, сарвасиддхи хай.
Что значит сарвасиддхи? Сарвасиддхи, что значит это слово? Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет. Сарвасиддхи значит все, даже Кришна Према. Амалла Сампрати. Abounded treasure. То есть такой unlimited treasure. Бесконечное. What is unlimited bhakti? Бесконечное совершенство. Что это? Бхакти. We like to get nectar. Мы хотим получить нектар, но. We are not going to, you know, play a drama about Hari Bhajan or Hari Katha. Мы не хотим играть какой-то спектакль о Хари Катхе и Хари Бхаджане. Мы не заинтересованы в этом. We want to get. Мы хотим получить нектар. And from your heart, this kind of answer can come. You are getting nectar out of this harikatha or not? Automatically, from heart, your jivatma, paramatma, deva paramatma can give you answer. Ответ на By this вопрос, harikatha, you are getting nectar. Если вы слушаете харикатху, то ваше сердце и душа нам подскажут, что вы получаете от этой харикатхи, нектар или яд, поскольку Шрила Прабхупада говорит, слушая харикатху, можно также получить яд. Как это? Например, если кто-то говорит харикатху, если его сердце недостаточно чисто, если он осквернен, если он, но внешне он может говорить красивую харикатху, но его сердце недостаточно чисто, в то же самое время он болен этой болезнью материальной. И в медицине можно найти такой термин, как заразная болезнь, есть даже такая специальная скорая помощь для этих заразных. То есть его сердце насколько осквернено, если он говорит харикатху, то есть те, кто слушает его, они заражаются таким образом. Ну, подобно гриппу, может так подхватить грипп. And that case, big problem. И так в этом случае возникает большая проблема у нас. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит пример, например, молоко это идеальная пища во всем мире. Никакая еда не может сравниться с молоком. Молоко это самая совершенная пища. То есть такое имеется в виду такое, ну как именно коровье молоко от классических индийских коров. То есть именно от индийских коров, а не от каких-то еще. То есть от тех самых изначальных индийских коров молоко считается идеальной пищей. То есть ничто не может сравниться с этим молоком. Но если, например, в нашей комнате был горшок с молоком, но змея как-то проходила мимо и попробовала это молоко из этого горшка, а мы не знали, мы были снаружи кухни и пришли, разогрели это молоко и выпили. Что случится, мы умрем. People crying, why? Люди будут удивляться, что случилось, почему. Milk was contaminated by poison. Поскольку молоко было осквернено этим ядом. И таким образом харикатхамрита, харикатха это амрита, нет сомнений в этом. Но если она осквернена каким-то ядом, каким-то вожделением и прочими желаниями, и поэтому в Нилачалдаме я говорил, что те, кто говорит харикатху, есть два вида, но говорящих, то есть чистый, кто говорит для удовлетворения Господа, не желая ничего взамен, то эта харикатха, она может освободить нас. И Джива Госвами Пад, он дает нам наставление, не позволяйте, не позволяйте тем людям, у которых сердце осквернено, ну, быть на вьясасане. Вот Джива Госвами говорит, есть два вида лекторов, ну, как сказать, то есть тех, кто говорит харикатху. То есть есть те, кто говорят харикатху для полного удовлетворения Шри Кришны Гауранги.
для удовлетворения Верховного Господа. Есть другой вид харикати, которые говорят для того, чтобы получить какие-то пожертвования, какие-то, какую-то славу, уважение и прочее. И вот та харикатхана, подобно яду. И Шрила Джива Госвами Пада говорит, никогда не позволяйте таким людям быть на вьясасане, и чтобы их кто-то слушал. И вот сейчас я возвращаюсь к Дампарикраме. Вчера я говорил, Дампарикрама, она должна совершаться под руководством чистого преданного, чистого Садгуру и Вайшнава. Я уже привел пример. И Шантакур, он показывал святую даму, потом Нитянанда Баладев, он показывал, он вел Дживу Госвами Пада, Санатана Госвами, он руководил. I can give one example. Он тоже показывал даму, и, то есть, ну, в каждом действии мы должны получать должное руководство. И вот Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж в возрасте 85 лет, когда Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж ушел из этого мира, это было в 85 году, в 80-х, ну, ему было как раз около 80 лет, он совершал парикраму с Шрилой Бхакти Валабхтирта Госвами Махараджем. Если кто-то просил Махараджа, что Махарадж уже достаточно пожилы, возьмите рикшу. Рикша, ну, может вести вас, и мы за вами можем идти, но он говорил, нет, парикрама, я должен совершать парикраму пешком. Своими ногами я не чувствую никаких проблем в этом, но нет, Махарадж уже пожилы, у Махараджа должно же поесть, нет, парикрама – это часть арчаны. И Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж ничего не ел перед тем, как закончит парикраму, у него был такой высокий стандарт, мы можем, даже во сне мы не можем представить такой высокий стандарт, но… Если у вас нету, но не все могут так делать, если кто-то, не все могут поститься весь день. Но что же, не совершать парикраму? Нет, они должны принять просад, пить достаточно воды или еще чего-то, чтобы были силы совершать парикраму и совершать парикраму. Почему? Поскольку для них невозможно поститься весь день. То есть не все могут следовать такому высокому стандарту. And another point, positive point is there. И еще. I can go back to Bhagavatam. I can give example. Я вернусь в Бхагаватам и приведу пример, когда те Враджаваси, они совершали Говардхан Парикраму. В Бхагаватам описывается. After Govardhan Puja was over. Когда Говардхан Пуджа была закончена, когда все это жертвоприношение и арчана завершилось. Они раздавали просад. И после того, как они приняли просад, они одели красивую одежду, нанесли украшения и то есть они совершили парикраму. То есть даже для тех людей, которые, ну, пожилые, им тяжело ходить, они даже могут совершать парикраму на каких-то, ну, транспортных средствах. И главное в парикраме мы должны думать о лотосных стопах Верховного Господа. Мы должны всегда думать о Верховном Господе. И наш ум не должен отвлекаться. Это главное условие. То есть, если я не смогу занять ваш ум в размышлении Верховного Господа, то тогда моя миссия, она будет провалена. Я не могу ничего говорить вам. Понимаете? И вот это главное, чтобы думать о Верховном Господе. И вот эти враджаваси, они приняли просад, и после просада они пошли на парикраму. То есть те пожилые люди, они ехали на повозках, то есть в этом нет проблем, так или иначе, вы должны совершать парикраму, как можете. Но есть вот 84 крош. Они совершали Говардхан парикраму, а здесь всего 16 крош.
That 84 crores, Jurassic crores, эти вот те 84 крош, они не равны 16 крошам. Завтра я более подробно объясню, что все 12 лесов Вриндавана, они там. Я приведу пример. Хематпур, it is Камба. Вот Хематпур, это Камьяван. Ритудвип, you can get Радхакунда, Ритудвип, Ритудвип, там можно найти Радхакунду, Хемакунду. Гадрум, это Антадвип, Нандагаун, это Баджанкутир, Бхактивинода Такура. And Mathura. Гокул и Мадхура, это этот Куладвип, по-моему. I can give example tomorrow. И завтра я приведу полный пример. Be careful, и будьте очень man. Осторожны. If you are at all sincere, если вы достаточно искренне, then you can get that treasure. Тогда вы сможете получить if you are not это, sincere, then you are going это сокровище. To lose everything. А если вы недостаточно regarding искренне, bhajan, то вы потеряете. I cannot allow any kind of playing. Относительно баджана я не могу позволить никаких шуток. If это мой стандарт. Sincere, playing, если вижу, что вы недостаточно искренне, то вы... То есть я тоже могу сказать что-то, чтобы одурачить вас, если вы недостаточно искренне. То есть искренность это прежде всего. То есть искренность это главное. И вот девятисложная бхакти, вы помните? 64 folds of bhakti is there. Есть 64 вида таких видов преданного служения, из них 9 главных, и Прохлад Махарадж перед Хираньякашипу перечисляет их. Смаранам, Вишнуспаранам, Падусеванам, Арчанам, Банданам, Дасьям, Сакшам, Дасьям, Атмани, Веданам. Вот это 9 видов преданного служения. Саванам, Китанам, Вишну смаранам, падусеванам, арчанам, банданам, шакшам, дасям, атманиведанам, ити бхактисчит навалакхана, криято бхагавати адья, танманне адитамуттямам. Your study is successful, I can give certificate to you. When you are, you know, successful about this point. What point? То есть, когда вы станете успешными в этих 9 видах преданного служения, то тогда this nine folds of bhakti. Вот 9 видов преданного служения. Yesterday I told you about вчера говорил Голок. Вам о Голоке. Сахасрапатам камалам гокулакшам махатпадам таткарникарам таддьямам анантмам сусамбавах. Yesterday I told you. Я вот произнес этот стих вчера. Thousands of petals. One lotus flower is there. Там лотоса тысячи лепестков. Раскрыты, тысячи раскрытых лепестков, и центр этого лотоса, он зовется Вриндаван. Это сердцевина этого лотоса зовется Вриндаваном. Внутри которого божественная чита Радха Говинда не является своей лилой. Очень прекрасно, но чтобы получить право доступа войти в эту лилу, у нас должны быть качества, вы должны стать достойны. И Шрила Бхактивинод говорит о том же самом, Шрила Прабхупада и Бхактивинод Такур, они все говорят то же самое. Если вы не верите мне, вы можете почитать видение Баджана Рахаси, что Шрила Бхактивинода Такур, что Шрила Прабхупада, что Шрила Кешава Госвами Махарадж пишет там. Они все пишут то же самое. Мы сначала должны стать достойны. Если мы недостаточно квалифицированы, то мы не можем войти в эту туда. А что это значит? Как стать достойным? 100% submission is the vital of all your qualities. То есть наше полное стопроцентное самопредание – это главное. А все остальные качества, они естественным образом автоматически явятся к нам.
что те, кто поклоняется Кришне и Гаурахари, все другие качества, они явятся в нас. Но главное, мы должны быть полностью на 100% и искренне и преданы Господу. Если мы оскорнены чем-то, то нельзя дать гарантию. Понимаете? Очень важное. Наше самопредание должно быть совершенно на 100%. И на день явления Нитянанды Баларама я произнес эту же шлоку. Jesham Saisho Dayoid Ananta Saravatman Asrita Padam. Jesham Saisho Bhagavan Dayoid Ananta Saravatman Asrita Padam. Yadinirvalikam. Te Dustaram Motitaranti Jadeva Mayam. No Mamahumiti Sasigal Bhakshi. If you can hate your own body, then it is a positive point. Если у вас будет непривязанность, не будьте привязаны к своему собственному телу, это будет очень хорошо. Почему? Ну, поскольку ваше тело, не нужно привязываться к нему. То есть нужно постоянно заботиться о нем. Телу нужно отдыхать, есть и прочее. То есть это тело, оно недостаточно совершенно. Если 24 часа я чувствую, но с моим телом происходит что-то не так, то есть как я могу верить этому телу? Как я могу зависеть от него, чтобы стать успешным относительно чистого бхакти? Как я могу стать успешным с помощью этого тела? Если вы будете так недолюбливать свое тело, то это... Anything and anybody related to your body, automatically you are going to pass away. It's an automatic factor. И тогда все, что связано с этим телом, вы не будете уделять внимание этим вещам, которые связаны с этим телом. То есть это автоматически произойдет, что телесные привязанности или вообще все, что связано с нашим телом, у нас тоже будет непривязанность к ним. It's a good point. Then you cannot, you can avoid enjoying mood. И тогда вы сможете избавиться от духа наслаждения. Йошитсанга means enjoy. Йошитсанга значит склонность к наслаждению. If one mother, если одна матаджи хочет общаться, получать наслаждение от общения с мужчиной, это для нее тоже йошитсанга, и также относительно мужчин для всех дживатм, то есть склонность к наслаждению с противоположным полом, это есть джошитсанга. Вот в этой шлоке говорится, что пур – это тело. Это тело, но подобно храму, внутри которого осознанно или неосознанно Джаганнат может быть в вашем сердце. Вы не можете в этом теле заниматься какой-то ерундой, поскольку это тело – это храм, в котором Джаганнат пребывает. And regarding Gundicha Mahajana, also this kind of philosophy, you can develop this kind of heart. Мы тоже должны понять, что чему учит нас Шичитани Махапрабху. Мы должны очистить наше сердце от всех пороков, от вожделения, от жадности и прочего. И вот философия Гундича Марджаны в том, чтобы очистить наше сердце, чтобы сам Нитянанда смог войти в наше сердце. Нитянанда значит симхасана, это трон. Поскольку не пригласив Баларама Нитянанду в наше сердце, мы не имеем права пригласить Кришну. Если в нашем сердце нет Баларама Нитянанды, этой бесконечности, то как же Кришна туда придет? И вот перед тем, как установить какой-либо храм, можно видеть, что вначале всего поклоняется Нитянанде, Ананта Деву.
Анантадев. We worship, then мы поклоняемся ему в форме Анантадева. Мы совершаем ягью, все прочие ритуалы, и после этого только строительство храма может быть начато, но не перед этим, поскольку храм – это значит Нитянанда. И если вы никогда не зовете Нитянанду, Адвайта, Нитянанду, Анантадеву, ваше сердце, то есть как же туда придет Джаганат Кришна? Сначала Нитянанда должен прийти первое, и для этого очистить. Что значит очистить ваше сердце? Это значит подготовить место для Кришны. Вы можете призвать Нитянанду, Анантадева. Хари Ананта, Хари Рупа Ананта. Хари is Ананта. Хари это Ананта. Хари Гун Ананта. И Хари Гун Ананта. И infinity, его качество бесконечное, безграничное, его форма, она бесконечна. Арупайо, рурупайо, it is written in Gajendra Moksha. В Gajendra Moksha. Different kind of Vedanta sutra there. Very nice. Различных Веданта сутр. No, very intelligent. Intelligent mean? Тоже говорится об этом. Educational intelligentsia is not I mean. Those are very intelligent. They are very clever. How to serve Dham, how to serve Nam. How to serve Guru Vaishnava for them, I mean. For them, they can realize actually. То есть далеко не каждый может осознать то, что описывается в Писаниях. Ананта значит бесконечный. И вот в Гаджендра Мокша. В Гаджендра Мокша можно найти даже Веданта Сутру. Nice. Арупайо, рурупайо. Arupayo mean? There is no Roop. Saru, we cannot see. Because Arupayo, Rurupayo. Ururupayo. Ururupayo mean? И вот в Веданта Сутре описывается, что Хари, Господь Хари, он имеет бесконечное число форм. Аватарахья Санкхята. Бхагаван. Бхагаван Шри Кришна, он может принять любую форму, он может явиться в любой форме в этом материальном мире. И даже те сиды махатмы, они видят, что Кришна пребывает в каждом сердце, в каждом живом существе. Даже как, например, Удав, когда он пришел к Дурьотхане и поклонился ему, то Дурьотхан подумал, что он кланяется мне непосредственно. But not at all. Но нет. Даже такого не подумал он кланяться Кришне, пребывающим в его сердце. Невозможно найти ни одного существа в этом мире, где не было бы Кришны. Это чувство каждый саньяси брамачари должен иметь. То есть мы не должны видеть каких-то мужчин, женщин или прочих, а мы должны видеть душу, пребывающую в сердце. Все творения, то есть саньяси должен чувствовать себя отцом всех живых существ, кого бы он ни встречал, он ко всем дживатмам должен относиться так, как к своим детям. Everywhere Krishna. То есть он должен видеть Кришну везде, он должен чувствовать. Это чувство должно быть в нем. So arupayo, rupayo, arupayo mean you have no specific, you know, roop. И вот у Кришны нет какой-то особой формы, поскольку он бесконечен. Он. So in Vedanta two type of darshana. В Веданте говорится, что есть два вида даршана. Один это то, что Кришна без. Он находится везде и не имеет какой-то определенной формы. Он просто везде находится. Такой бесформенный. И его особая форма. Трансцендентная форма. Дивья рупа. Божественная форма. В Гите описывается. Both there in Vedanta. То есть в Веданта Шастре вот эти два вида даршана приводятся. Если форма Кришны она не вечна, то как это возможно, что? Then how is possible that Krishna coming to give vow, shakshi? Ну что, два брахмана не спорят с друг другом, и сам Кришна явился, чтобы, ну, чтобы дать свидетельство в пользу одного брахмана. Вот это случай с Сакши Гопалом. Катак.
Katak, I think, previously, no? September, after. To bow, I mean, to give, you know, witness. Сам Кришна явился, чтобы свидетельствовать в пользу вот этого младшего брахмана, как это возможно, если он бесформен. То есть Веданта Шастри, два вида даршана, два вида философии приводятся. То есть не все могут, например, Шанкар Сампрадая, буддисты, они не могут принять второй даршан, они могут только принять то, что Кришна без формы. То есть как Кришна, он имеет форму, в то же время не имеет. То есть кто сказал, что Кришна бесформен? То есть он имеет божественную форму, дивя рупа. И в Гите подтверждается это. Джанмо кармо чаме дивьям. It's written there. Those who can realize, те, кто могут осознать, что все мои лилы, все, что связано со мной, мои деяния и мое тело, это я принимаю рождение, но все же это божественное, это дивя. Если кто-то может осознать это, то тогда они никогда не родятся в этом материальном мире опять. They cannot fall down again. Они не могут опять упасть в этот материальный мир. Janma karma chame dibyam. It's a dibba. So what now point is there? What do you mean by braja? И вот что значит врач. This is also Vrajadama. Это тоже Vrajadama. This Vrajadama. Это тоже Vrajadama. И Vrindavan тоже Vrajadama. Braja. What do you mean by braja? Что значит врача? What is the special meaning? Какое же определение согласно санскриту? Согласно объяснению. Браджа mean? Враджа значит. Бро байрофала. In Sanskrit, бро байрофала plus джо. Бро плюс джа. Бро mean Брахма. Бро значит Брахма. Джо mean Джанма. Джа значит Джанма. Where Brahma? Там, где Брахма родился, это место называется Враджа. Бро Бро и джа. Бро мин Брахма. Бро значит Брахма. Где Брахма парат парат Кришна. Кришна. Гаурхари родился, явился. И это место называется Враджем. Это место Враджа-дама. Но в этой Враджа-даме у нас есть нечто двойное благо. Какое же, если вы совершаете какие-то оскорбления здесь, они могут быть прощены. Эта дама настолько милостива, Навадипа-дама. Это Навадипа-дама настолько милостива, что у вас есть некоторая дополнительная возможность, если вы осознанно или неосознанно совершать какие-то оскорбления здесь, то они будут вам прощены, поскольку это Навадипа только для, поэтому и существует, что те, кто недостаточно достойны, Навадипа все прощает. И когда Махапрабху явился здесь, было еще более особое состояние. Махапрабху без какой-либо причины, он даровал бхакти всем. То есть даже если у кого-то не было емкости для того, чтобы принять это бхакти, то есть Махапрабху давал и емкость для этой бхакти. Но подобно тому, как кто-то раздает молоко, но чтобы молоко нам взять, нам горшок для молока нужно. Но во время Махапрабху, Махапрабху также давал не только бхакти, но и горшок для бхакти. И поэтому это аватара Кришны, оно наивысшее, это больше, гораздо больше. Больше, чем Кришна, это великолепнейшая аватара, и в эту Кали-югу, если вы не сможете стать успешными, то для вас это очень плохо, вы очень неудачливы. В эту особую Кали-югу сейчас Шри Чайтанья Махапрабху ушел, всего 500 лет прошло. Chance to take birth here. И у нас выпала удача родиться в это время. И у нас нам выпала удача узнать о Шри Бхактивинода Тхакуре, Шри Прабхупаде, о всей нашей Гуру Агиде. Мы неактивны относительно баджана. Мы должны что-то делать.
Баджан значит какие-то позитивные действия. И первое, что мы должны помнить, if you are going to do parikrama under the guidance of Sadhguru, and suppose already you have accepted Guru, Sadhguru, это очень благоприятно для вас, если вы уже приняли Садхгуру и будете совершать парикраму под его руководством, это очень благоприятно. А для других людей, если они будут совершать парикраму под руководством непонятно кого, они получат сукрити. Бхакти значит действие. Mean action. Бхакти to do значит действие. Prabhupada это что-то делать. Человек говорит, что значит бхакти. Бхакти means to do something about Guru, Vaishnava, Dham, Nam, Parikrama, Vaishnava. To do something it is called bhakti. Bhakti means action. Now already as per Sandarbha we find the Sanskrit Adho Guru Vada Sraya Tasmat Krishna Dikshadi Shikshanam. This point can catch you. И вот еще говорится вот в этой шлоке, что в начале всего, перед тем, как начать что-то делать относительно бхакти, то есть в начале всего мы должны принять прибежище у Садхгуру. Адоу значит изначально что-то такое, в первую очередь необходимости. Адоу. То есть в начале всего нужно принять прибежище у Садхгуру. И потом все остальное последует за этим, и если у вас есть возможность принять прибежище лотосным стопам Садхгуру, и в то же самое время вы достаточно искренне согласны вот этой шлоке, которую из Бхагаватам, которую я произнес. Вот эту шлоку. Джейшамса эйша Бхагаван даяде даяеда ананта сарватмана ситападам ядинирваликам те дустарам матитарам тича дева майам. No, mama, humiti saw sigala bhakshe. You can, if you can understand the poor condition of your material body, плачевное состояние вашего материального тела, то тогда автоматически вы разовьете ну какой-то неприязнь к вашему телу. Я могу привести вам практический пример, какого же положении находится это тело. Если вы не можете совершать бхакти с этим телом, то что толку от этого тела? Один человек в Гандруме 12 или 15 лет назад, я помню, этот человек пил вино, и вот вечером было не так много населения 15 лет назад, а 20 лет назад, если посмотреть на эту Навадвипу, на Майяпур, то есть тут даже никаких гостиниц не было, то есть хотя божественный Вриндаван, божественный Навадвип, он был здесь, но это другое, а что я хочу сказать, то есть в материальном плане это не было так развито. A direct feeling used to come by the mercy of Gurudev, doing Harinam, watching Ganga. И вот мы были на Ганге, повторяли Харинам и чувствовали такое спокойствие. То есть никаких этих беспокойств, никаких звуков от этих бибиканий не было. Now point is that были такие спокойные времена. И вот в то время был алкаш такой, пил вино и вечером со своими этими. Ну, мимо прохожие походили, смотрят, лежит он на дороге. Мы его будили, говорили ему пойти домой, иначе опасно тут лежать на дороге. Но он ругался на них, что не надо, оставьте меня в покое, я хочу здесь лежать. Ну, что делать, в общем? Оставили его так лежать, и вот вечером, часов 9-10, пришли шакалы и съели его. Такой праздник устроили для себя. И вот эти шакалы так съели этого пьяницу. И вот с утра все люди смотрят пол этого человека, съели шакалы. This is the same thing in Bhagavata. This shloka is speaking. И вот в Бхагавате там согласно этой шлоке говорится то же самое. Шо means dog. Шигал means jackal. Что значит собака? Шигал значит шакал. I'm giving example. You see. И вот пример привожу. Джисамса ешо Бхагаван да йедо ананта сарватмана ситападам жади нирваликам.
You cannot have any kind of false ego inside your heart. Быть никакого ложного эго в вашем сердце, если вы будете чувствовать то положение, в котором находится ваше тело, то есть его состояние, которое тело состоит из плоти, из крови, из, ну, из каких-то нечистот, ну, из подобных, просто шакалы, какие-то собаки, шакалы, они могут съесть ваше тело. Into Jamuna because those tortoise and jackal they have the chance to eat with big pissed. И вот во Вриндаване мы уже найти, что в Раджавасе, если кто-то умер, они человека там наполовину сжигают, а потом выкидывают просто в Ямуну, и шакалы, и собаки всякие, этих трупов доедают. То есть для них такой праздник тоже. И это вот состояние, в котором находится ваше тело. И вот если вы получили милость Нитянанды Баларама, то тогда будьте уверены, вы оставите все привязанности, которые связаны с вашим телом. No problem. Detachment can grow inside your heart. Она может автоматически вырасти в вашем сердце. Непривязанность автоматически может явиться в вашем сердце. И вот согласно наставлению Махапрабху, вот на Бенгале эта штука. To leave your home. Не пытайтесь как-то насильно оставить ваш дом. Try to act very yukta vairagya. Лучше практикуйте юкта вайрагью, не нужно на показ обществу показывать какое-то отречение. Постепенно Нитянанда может организовать вашу жизнь. Situation. So that you can go away from вы можете автоматически уйти из дома от этих материальных привязанностей. То есть это очень важно. И вот автоматически так вы сможете развить непривязанность, если вы совершаете сатсангу, саду-сангу совершенным образом. Если ваша сатсанга, саду-санга совершенно, то ответ он явится в вашем сердце. Что сегодня, если вы получите настоящую садху-сангу, то сила будет в вашем сердце, поскольку это обязанность гуру-вайшнавов вложить силу в ваше сердце, чтобы вы чувствовали больше энтузиазм совершать харинам, совершать санкиртан, иначе невозможно. That's why in Chaitanya и поэтому в Читамрите говорится Кипа Коро Кохо Дия Чит Бол. И вот в этом Киртане говорится Please give me Кипа. Transfer Чит Бол to me. Что мы молимся, чтобы Господь благословил нас и дал нам свою милость, чтобы Он вложил Чит Бол. Трансцендентную силу в наше сердце. И также в другой шлоке в Упанишадах говорится. Те, у кого нет достаточной силы, они не могут обрести атму. Nayam atma palahina lalabhya. Those who are very weak, что те, кто слабые, для них, cannot get они не могут обрести Кришну. What do you mean by balahina lalabhya? Что значит balahina lalabhya? Значит, это чит бол, достаточной силы, энергии, энтузиазма от Гуру Вайшнав. Мы можем получить эту силу. Остатки пищи Вайшнава, вода, омывшая их лотосные стопы, пыль с их лотосных стоп. То есть с помощью этих источников можно обрести эти благословления. Food remains of prasadam, remains of prasadam from Guru Vaishnava plate. This way you can gradually you can. И вот если принимаете все перечисленные вещи, можно Махапрасади, Говинди, Брахмани, Вишнуди, получите силу.
Chaitanya Mahaprabhu speaking in front of Sarvabhauma, now I am successful. But if you believe Mahaprasadam, without washing your face, without brush, everything, you are taking Mahaprasadam, just from you are in bed, you are sleeping, Jagannath. Yeah, Mahaprabhu giving prasadam to Sarvabhauma, take prasadam in bed. И вот Махапрабху, когда принес прасад, Сарвабхаума Бхаттачарья, чтобы проверить его, сколько веры у него в Махапрасад. И когда он принял Махапрасад, то Сарвабхаума, он спросил, как ты принял прасад, даже не мывшись, не повторив аникру, он говорил, сказал, что да вот согласно Писаниям, когда Махапрасад приходит к нам, мы должны принимать его сразу же, не откладывая. So Bhaktivinoda Thakur is also crying. И вот Бхактивинода Такур in kirtan, you must также говорит в своем киртанах, вы должны совершать его киртаны, чтобы обрести силу. И Шрила Бхактивинода Такур молится Говахари, о Господь. Arrange situation in such a way inside my heart. Все таким образом. Every fraction of second I can grow up my belief. Чтобы каждую секунду я смог увеличивать веру в Гуру Вайшнава. Гуру Вайшнавы смогут все, они могут освободить меня. If you get confused, then in coming hundreds of births you cannot get out of this material. Поскольку если мы потеряем веру в Гуру Вайшнава, то следующие сотни рождений мы не сможем получить освобождение. О, Прабху, Господь, организуй все таким образом, чтобы каждую секунду моя вера в Гуру Вайшнава она увеличилась. Если у меня будет твердая вера в вайшнавов, автоматически вера в Кришну также будет. Это то место, где сам Верховный Господь Парад Ракхилешвар, он не можем даже представить, где мы находимся, в каком великом месте мы находимся, мы не осознаем всего величия, это Брахмарадж. To do bhajan, совершать баджан directly in Dhamma, непосредственно в Дхамме, мы получаем большую силу. Хотя, конечно, мы знаем, что любое место, где бы жил великий Вайшнав, это тоже Вриндаван. Но все же, так или иначе, если мы находимся в Брахмарадже, Брахмарадж, значит, это Дхамма. Все пылинки здесь, они трансцендентные, все трансцендентное. Если у вас есть это чувство, тогда вы сможете совершать парикраму. Иначе, если много проезжает мимо машины, и тут пыль, вы будете закрываться от пыли, чтобы не наглотаться этой пыли. Шрила Прабхупада говорит, нет, пусть пыль дамы с нашими дыханием войдет в наше сердце, поскольку это Брахмарадж, это святая дама. Мы как бы, с одной стороны верим, с другой нет. Кто-то может в масках ходить, можно наблюдать. То есть никто, не все могут осознать величие этой дамы, и почему мы совершаем парикраму. И вот мы должны развить должное видение, должную веру. И таким образом, то есть мы должны иметь такое видение, если вы получили полную милость Нитянанды Баларама, если вы следуете Садгуру, то ваша парикрама, она успешна. Махапрабху снова и снова говорит, он сам Махапрабху в этой даме, он всегда совершает служение вайшнавам, как Чайтанья Махапрабху, Гауранга Махапрабху, он отправился на гад, где вайшнавы принимают омовение, и Махапрабху он помогал им носить их, Гауранга, вещи, и Махапрабху. Вот Шивас, Ади, Гададхар и прочие старшие вайшнавы, которые принимали омовение в Ганге, сам Махапрабху просил, чтобы они сделали какое-то служение для них. Сам Гауранга Махапрабху, Верховный Господь, он совершает такое служение. И в Кришналиле тоже можно найти, когда Раджасуя Ягья, где Бхагаван Шри Кришна просит служение у Юдхиштхира Махараджа. Какое служение? И вот Кришна сказал, что я хочу омыть лотосные стопы всех саду, которые пришли на это жертвоприношение.
Nice seva you can do. You can do this kind of nice seva. Okay, nice. И вот и сам Кришна совершил такое, so совершал kind of такое служение. Washing their lotus feet. Омыл стопы всех вайшнавов, которые пришли на это жертвоприношение. Но не все могут совершать служение у кого-то. You can try to do seva. То есть вы должны пытаться совершать служение, чтобы обрести силу, иначе вся ваша жизнь будет потеряна, если вы просто запомните какие-то писания, этого мало. Если вы не действуете согласно тому, что я говорю, то вы не можете получить силу. Это главная проблема. И вот Гуранга, Гуранга Махапрабху совершает лилу в этой Навадипа-даме, это называется Антардвип. Смотрите. И вот Чайтанья Махапрабху являет здесь свою лилу, он явился в Йога-Питхе. И в следующие дни я могу более подробно рассказать об этом. И вот Чайтанья Махапрабху, он услышал с самого рождения, он совершал свои лилы здесь. Более детально можно узнать от Мурари Гупты о том, что написал Рагунат Дас Госвами. Он это слышал от Сваруп Госая. И эти два источника, из которых мы можем узнать более детальное описание жизни Махапрабху, потом Кави Карнапур и прочие, они тоже описали Гора Лилу. Но если у вас есть возможность услышать это с лотосных уст чистого преданного, то вы можете обрести нектар. А если просто запомните что-то из книг, этого будет мало. Если у вас есть достаточно денег, можно просто пойти купить книгу и книги и читать их, но это будет просто сухая философия. Она не может дать вам успеха. Харинам, мы должны всегда непрерывно воспевать Харинам, никогда не останавливайтесь, совершайте служение руками. Шрила Бхактивинода Тхакур дал нам такой совет, совершайте служение руками и повторяйте Харинам устами. Умом. И сегодня или завтра чистый Харинам явится. Today or tomorrow, someday. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, сегодня или завтра или в другой день. Чистый Харинам, он явится на вашем языке, и поэтому Чайтанья Махапрабху в Пури, когда какие-то преданные спрашивали, как мы можем понять, кто вайшнав, на самом деле, Махапрабху три года спрашивали, кто такой вайшнав, как мы можем опознать чистого вайшнава, если Махапрабху, и вот первый год Махапрабху ответил, что если вы увидите, что кто-то повторяет имя Кришны, будьте уверены, что это вайшнав. Второй год он другой сказал, а в третий год еще более точно. Вот в Нилачал-даме я говорил об этом. When one single harinam is there, когда единственный харинам, чистый харинам явился на нашем языке, это значит, что мы стали вайшнавами. Чистый харинам, намапарат может какие-то проблемы принести нам. Намабас can make you free from this material problem. Может освободить нас от этих всех материальных проблем. Намапарадха can make you put you in trouble. Она может поместить нас в какие-то проблемы. Будьте осторожны. А намабас по крайней мере сможет освободить нас от материальных оков. Но чистый харинам мы можем обрести прему, можем получить даршан святой дхаммы. Гуру бхожо боне бхедна манибо хойбо радхару даси. И вот в киртане написано, что Бхактивинода Тхакур вам говорит, что Враджа дхамма и Гуру дхамма, они не отличны. About Горикишастракам, there also it is written. И вот, вот в этой аштаке также говорится.
So Gaurdhama and Brajadhama are not different. Gaurdhama и Брадждама они не отличны, если можете видеть их таким образом. То будьте уверены, вы получите милость. So this vital point. И вот это главное. So Chaitanya Mahaprabhu doing lila. И вот Чайтанья Махапрабху совершает лилу в Антардвипе. Not Antardip only, took bars Antardip. From child he was manifesting different kind of lila. То есть он являет свои лилы везде во все. After 24 years. И до 24 лет. И вот 24 года кончились тот Магмас вместе с Маг. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху принял саньяс. А до 24 лет Махапрабху являл Гору Лила. И как можно понять, что это Гору Лила, те, кто могут осознать, понять Гору Гададхара, они могут войти в Расалилу, а те, кто не могут, например, их сознание только находится на уровне Гора Вишнупри, то это другое. Ишила Бхакти, он так говорит. То есть, если вы достигли уровня Гора Вишнупри, то есть вы находитесь на уровне Арчан Марга, если выше, то Гор Гададхара. Гор Вишнуприя Арчан Марг. Гор Вишнуприя – это олицетворение Арчан Марга. Баджан Марг, Рагануга Марг. Это Гор Гададхара, будьте внимательны. So when 24 и вот когда 24 года кончились, и тогда Шри Чайтанья Махапрабху пересек Гангу, вот Нидове, и его назвали бессердечным, поскольку он оставил нас и ушел. Jato nobo dipobasi, you cannot realize this. So nice. Те Враджаваси, которые живут в Навадвипе, они плачут. И любой человек, шедший в Навадвип, в Нилачал или назад, они спрашивали у всех, видели ли вы нашего Господа Горангу. Они... Нилачал даме жатат каре, жато байраги саньяси, тасаба каре крадия судай. Навадипаси, Враджаваси, they are asking, crying and asking, Навадипаси, Враджаваси, они yes, why not? У всех everybody спрашивали, видели ли вы там в Нилачале нашего Господа Гурангу. И вот им рассказывали, что да, он там. И просто они просили что-то рассказать, чем он там занимается, что с ним происходит, поскольку мы чувствуем глубочайшую боль разлуки. Он ушел, оставил нас. И в этом киртане Говинда Гош, Васу Гош, они написали прекрасные киртаны. Если я прекращу говорить харикатху, я буду просто петь киртаны, я достигну успеха, они настолько прекрасны. И такое глубокое чувство внутри этих киртанов, вы должны совершать эти киртаны, написанные Наротом Такуром, Бхактивинода Такуром. Вы должны совершать киртаны. You must do kirtan. Without kirtan, you should not live. Поскольку без киртана мы не должны жить. Всегда вы должны совершать киртан, и тогда вы обретете прему. Я обещаю вам. Stop doing aparad. Вы прекратите совершать оскорбления. Не пытайтесь находить какие-то недостатки у других. Следите только за собой, ищите недостатки в себе и совершайте киртаны. И тогда вы станете успешными в этой конкретной жизни. Я обещаю вам, в этой жизни вы сможете стать успешными, если вы сможете делать все перечисленное. Но это очень сложно под влиянием Майадеви. Майадеви никогда не позволит нам совершать чистый баджан. Майадеви, она всегда хочет погрузить нас в какие-то проблемы. Майя — это иллюзия. Она везде. Она может схватить нас в любой момент. Мы боимся ее.
Даже те возвышенные души никогда не говорят, что я победил Майю. Никто никогда не говорит так. У них нет права говорить так. Они боятся, поскольку Майя, она бесконечная. И как йога Майя бесконечна, внутренняя энергия, так и внешняя энергия Господа. Майя, она также бесконечна. И поэтому Шрила Прабхупад в своем киртане, кто вайшнав, говорится. Вы читали этот киртан? Канака камини патишта багини чарья чаджаре сейто вайшнав. What do you mean? Что значит вайшнав? Прабхупад не говорит, что кто оставил Канака и Камини. Нет, если кто-то... То есть внутри его киртана сокровенное значение. То есть кто такой вайшнав? Не тот, кто оставил Канака и Камини, а тот, кого оставили Канака и Камини. То есть каждый день вы должны читать его киртан. Может, вы забудете съесть завтрак или обед, но никогда не забывайте совершать харибаджан должным образом. Это называется харибаджан, ништха. Если у вас нет концентрации, то есть тогда вы ничего не получите на пути баджана. Только Майя Деви может обмануть вас в итоге. So Kanaka Kamini Patishta Bhagini Chariya Chajara Saita Vaishnava. Who is going to leave Kanaka Kamini? He is Vaishnava, not writing this shit. His bhajan is so nice, so that automatically Kanaka Kamini is going to leave him. It's an automatic factor. Кого оставили, вот тот настоящий вайшнав. Даже Брама и Шанкар, они не могут сказать, что они победили Майю. Они не говорят так, и поэтому Бхагаван в Гите говорит. Вы должны читать Гиту. Хотя это начало Гаудия Даршана, но это главное без Гиты. Если у вас нет знания о основах, основном учении Гиты, вы не можете сделать основание, фундамент вашего баджана. Гита – это основа. Without foundation, your building can collapse any day. Фундамента ваше здание, оно может упасть в любой момент. Без должной основы, без должного фундамента здание может упасть в любой момент. Это проблема. И поэтому ученик Гиты и говорится, тот может избавиться от влияния Майя, кто может принять прибежище у Кришны. Но будьте уверены, что нет никакого пути, чтобы просто пойти к Кришне и принять прибежище у него. Нет, только через Гуру и Вайшнавов. Нет никакого пути непосредственно к Кришне, чтобы пойти и предаться самому Кришне. Это невозможно. Только через посредство Гуру и Вайшнавов. То есть нет никакого непосредственного пути. И таким образом ваша преданность лотосным стопам Садгуру, она гарантирует вам успех. Это подобно математике. Если А равно Б, а Б равно В, то В соответственно равно А. И вот смотрите, так Махапрабху через 24 года он принял саньяс. И вот через 24 года Шри Чайтанья Махапрабху он пересек Гангу со стороны Нидои и пошел в Катву. В Кантак-Нагар он принял саньяс там и попытался пойти во Вриндаван. Но в то время это было невозможно для Махапрабху пойти во Вриндаван, поскольку Нитянанда, он очень умен, он подшутил над ним. И Махапрабху даже сказал ему, что я не могу взять
The way you are, you make me dance. Тебя you are dancing, с собой, поскольку ты, ну, очень умный, иногда какие-то препятствия чинишь на моем пути, поэтому я не могу тебя взять, хотя мне тебе надо, сказал, даже что я могу пойти с тобой в Южную Индию, знаю все дороги, все места там, но... Но он сказал, что я там уже был и могу тебя повезти. Но Махапрабху отказался, сказал, что нет, лучше не надо, я пойду один. Но мне тебе надо, Прабху сказал, что хорошо, если ты не можешь меня принять, но хотя бы кого-то возьми с собой, поскольку ты всегда повторяешь Харинам, кто будет носить твою одежду, твой сосуд с водой, ты всегда повторяешь Харинам, и тебе не до этого, нужно кто-то, чтобы позаботился о тебе. Махапрабху сказал, хорошо, если... Но должен быть какой-то беспристрастный человек. И поэтому я могу взять какого-то, ну, по-настоящему беспристрастную личность. И вот вначале Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию. Второй раз Чайтанья Махапрабху отправился во Вриндаван. Через Джарканд. И такая и вот относительно этого я могу обсудить, что Прабхупадананда Сарасвати и Пракашананда Сарасвати, они не равны. Во Вриндаване они спорили, я могу привести исторические, философские и примеры из Писания, что Прабхупадананда, он... что Прабхупадананда не равен Пракашананде. Но во Вриндаване Майаваде даже те, кто говорит Харикатху, они говорят, что не равны. Что Пракашананда и Прабхупадананда не равны. Но это далеко не так. Они не знают. I can discuss over this point after. В дальнейшем я могу обсудить это. Но сегодня у нас другая тема. И вот Чайтанья Махапрабху отправился во Вриндаван, свой второе путешествие. When from Vrindavan coming back again, и вот тогда он возвращался из Вриндавана в Пурушоттам Дхамму. И после этого Джагадананда, он плакал. В то время Рупа Санатан, они еще не отправились во Вриндаван. Когда Шри Чайтанья Махапрабху был во Вриндаване, то тогда Рупа Санатан, они еще не были там, они после отправились туда. И после того, как Джагадананда принял, взял разрешение от Махапрабху, чтобы пойти во Вриндаван, и тогда Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что ты можешь попросить Санатана, чтобы он организовал какое-то место для моего баджана, чтобы я мог совершать Шаран Бхакти. Ты можешь попросить Санатана, чтобы он нашел для меня какое-то место баджана. That spot is there. И вот это near Madan Mohan место с рядом с мандиром Мадана Махана. Вот Санатана Госвами выбрал то место, чтобы никто не мог беспокоить его. И там был вид на Ямуну, можно было смотреть на Ямуну, очень прекрасное место. И вот Санатан нашел это место для Махапрабху, но Шри Чайтанья Махапрабху не смог отправиться во Вриндаван, поскольку он чувство разлуки было в нем. Но оно так увеличилось. И после этого Махапрабху он жил в Гамбхире, совершал санкиртан со всеми преданными. Но это мы дальше обсудим насчет Рагануга Бхакти. Но сейчас мы должны обсудить что-то предварительно, а завтра продолжим. И вот насчет Дхамма Парикрама. И вот Дхамма Парикрама, она только возможна не для того, чтобы... И вот пример о Шиле Бхакти Прамодай Пури Госвами Махараджи. То есть все преданные просили его, можно для вас организовать какую-то рикшу, но Шрила Пури Махарадж отказывался, нет, я пешком буду совершать парикраму. И он
была у него палочка в руках, он с тростью шел очень медленно, и какие-то преданные с материальным складом ума начали возмущаться, что из-за Шрилы Пури Махараджа мы не можем идти быстро, уже там время просада и прочее, нужно бы его там оставить. И вот они пошли к Шриле Бхакти Валабхчарти Госвами Махараджу и стали жаловаться, что Шрила Пури Махарадж очень медленно ходит, и из-за него мы опаздываем постоянно. И Шрила Бхакти Валабхчарти Госвами Махараджу, он стал подумать на него, что вот идите сами куда хотите, а я пойду за Шрилой Пури Махараджем. И вот он стал подобно льву, что вы идите на свою парикраму, а я пойду только за Шрилой Пури Махараджем. Я слеп, я не могу идти сам, я могу только следовать за Шрилой Пури Госвами Махараджем. Если буду следовать за ним, только тогда я увижу там его милости. И вот, помните, в Нилачале, когда Махапрабху совершал парикраму, у него было... Один преданный уносил туласи на своей голове. Это правило в Чайтанья Чаритамрите. Описывается, что там был преданный, он себе нашел, носил на своей голове горшок с туласи. И Гауранга Махапрабху смотрел на туласи и повторял Харинам. Таким образом, каждое действие Махапрабху оно показывает нам, что вы можете обрести бхакти, если вы будете следовать Махапрабху полностью. Но мы слепы, мы не можем следовать Гуру Вайшнавам и Гуранге Махапрабху. Мы слепы и неудачливы, и бездеятельные. У нас так много возможностей, но мы из-за нашей лени мы не можем взять всю эту возможность. И таким образом, смотрите, из Брахма Самхиты я сказал уже, что Галокдхама, там есть тысячи лепестков. И вот на Шветадвипе эта Шветадвипа, она явилась здесь, она не отлична от нее, но тут восемь лепестков. Вот Антардвип, этот цветок олицетворяет собой цветок лотоса Шветадвип. И вот восемь лепестков у него. Эти восемь лепестков олицетворяют собой девять островов. И внутри его Антардвип, это место, где мы находимся. Это то место, где мы слушаем харикатху, поскольку у нас есть возможность предаться. Антардвип значит это место атманиведанное, самопредание. И вот у вас есть возможность предаться здесь. И однажды Шрила Бхакти Прадип Тиртха Махарадж, он был грихастхой, он первый раз приехал в Даму, и вот он пошел в Гуркишвардас Бабаджи Махараджу в Кули, чтобы получить даршан Бабаджи Махараджа, получить его милость с одним арбузом. Бабаджи Махарадж никогда никакие фрукты вообще ничего не принимал, но тот преданный пошел к нему, предложил этот арбуз. Бабаджи Махараджа, и Бабаджи Махарадж принял его и сказал: «Откуда ты пришел?» «Я пришел из Майяпура, из Антардвипа, от Бимала Прасадова, правда? Так что садись сюда, я хочу услышать киртан от тебя». Он спел киртан. Бабаджи Махарадж был очень доволен слышать этот киртан. Спросил, кто же твой Гурудев. И вот на самом деле я еще не принял прибежище. А как ты можешь так говорить? Ты пришел из Антардвипа, от Бимала Прасад Сарасвати, от Садгуру. И как ты можешь говорить, что ты еще не принял прибежище у гуру? Я думаю, что ты уже получил дикшу.
Его имя было Джагадиш, предыдущее имя. Он был домохозяин, и он сказал Бабаджи Махараджу, что, честно говоря, еще не принял прибежище. И Бабаджи Махараджу засмеялся. Кто сказал тебе, что ты не принял прибежище у Садхгуру? Ты пришел из Антардвипа, ты пришел с места Атманиведана, ты пришел от Бимала Прасада. Я думаю, что ты уже получил дикшу. Что это значит? Адоу Гуру Падастрайо Тасмат Кришна Дикшади Шишарам. Значит, то, что говорится в этой слуке, то, что описывает Рупа Госвами, и то же самое говорит Гуру Кишауда с Бабаджи Махарадж. What written by Rupa Goswami Pad, same Siddhanta spoken by Gauri Kishore. Not that? Рупа Госвами Пад то же самое сказал Гуру Кишауда с Бабаджи Махарадж. Вначале всего вы должны принять прибежище у лотосных стоп Садгуру. Что это мой гуру, я полностью предаюсь ему, я не могу оставить его никогда. И после этого дикша. Я могу привести пример. В Рамайне, в Бхагаватам, везде можно найти такой пример, что эти дочери царя, они сами выбирали себе мужа. Те женщины, дочери царя, у них была возможность самим выбирать себе мужа. Свайамбар на санскрите. Свайамбар Саба. Она сама, каждая сама выбирала себе мужа. И таким образом, когда бы вы не встретились с могущественным гуру, ваше сердце скажет, что да, вот он мой гуру, и то же самое случилось в моей жизни. То же самое, я уже говорил об этом. Я увидел во Вриндаване моего Гурудева, я ходил туда-сюда, и однажды рядом с Шьямасундар Мандиром я зашел в какой-то книжный магазин, там был журнал. Я открыл его случайно и посмотрел, там была фотография Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. И мое сердце сказало, что это твой гуру. Мое сердце сказало, что вот это тот гуру, которого искал всю жизнь. И вот сейчас я обрел. Я пришел сюда, на Куладвип. И вот я получил какое-то видение, и потом быстро поехал в Чайтанья-мат, и там нашел Шрилу Пури Госвами Махараджа, я первый раз получил его даршан там. И когда бы я не видел Гурудева, Гурудев начал говорить о Прама-таттве. Я не знаю почему. Он должен говорить о том, как каких-то простых вещах, но он говорил о Гуру Нитьянанде Прем. Я не знаю почему, какая милость от него исходила. Это Антардвип. И вот Антардвип – это самое важное место. Антардвип, он сравнивается с both Gokul and Mathura. С Гокулом и с Мадхурой. Это совмещенное такое проявление. Йогапит Мандир. Это там, где Чайтанья Махапрабху явился. И этот весь Антардвип. А то место, где мы находимся, это называется Ишудьян. Это особое место расы. На берегу Ямуны Кришна он совершает расалилу. It is written in Rasa. I don't like to speak on secret right now. Actually, it is written at the bank of Jamuna. И вот на берегу Ямуны ночью. So nice, you know. Точнее, прекрасное чувство. There is full moon in sky and the soft sand, you know. Полная луна в небесах. Like sea beach, you see. И песок там подобен очень такой мягкий песок, и Кришна начинает танцевать там. И Ишодхьян может сравнить с этим местом, очень прекрасное место. Ишодхьян, если вы слушали описание Ишодхьяна, если случайно получите полную милость Нитьянанды. И если Махамая сможет снять свой покров, тогда вы увидите Ишодхьян в его изначальной форме. Это то место, где вы находитесь сейчас. Вы очень удачливы, и в этом Ишодхьяне можно видеть Нанда Ачарья Бхаван и прочие места. Шива Санган.
чуть-чуть дальше. Гокула это он как бы не отлично от Гокула. Я хочу обсудить о том, что даже если у вас нет возможности совершать парикраму, если вы закроете ваши то есть через слушание харикатхи можно получить то же самое благо от как и от получить совершение парикрамы. То есть слушая харикатху по милости Гурудева можно получить все, все благо от получения парикрамы во время Пуршоттам Врата, во время Картик Врата. Где бы я ни говорил харикатху, обычно это в течение месяца, и я совершаю парикраму Гурудама и Враджадама в уме и совершаю харинам. Then Param, Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Chaitanya Bhagavatam. Then I can go to seek for Harikatha. То есть и потом Махарадж читает Бхагаватам, и потом только идет на Харикатху. То есть это обычно утром и вечером два раза в день. И вот если вы не можете получить чувство, вы не сможете обрести силу. И вот смотрите. Я хочу сказать больше, но времени не так много, у меня много того, что я мог бы сказать вам, и я прошу вас всех принять моя просьба к вам всем. Я получаю это сокровище от Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады, от моей Гурварги, я хочу дать вам это сокровище. Но вы должны подготовиться, чтобы принять эту собственность. Я не хочу говорить о какой-то сухой философии. И вот завтра я буду говорить о дампарикраме. Я буду рассказывать о славе каждого места. И есть возможность совершать парикраму. Ну, можно прийти после парикрамы или... 5 o'clock is okay. You can come back. Насчет времени. Пять вечера. After break, you can come back. You can feel tired or not. Savanam kirtanam Vishnu smaranam pad sevanam archanam bandhanam saksham dasyam matmanivedanam iti pungshar pita Vishnu bhakti schet navalakshana. Криета Бхагавати Адья, Танманне Адитумоттамам.